дорогие мои братья и сестры, мы продолжаем наши лекции. Прежде чем продолжить, я помолюсь. Бог Отец, спасибо Тебе, что и сегодня Ты приготовил для нас встречу. Благослови нас, Господь. Мои уста освети Духом Святым. Через меня Ты говори детям Твоим, которые хотят знать Евангелие и хотят жить по Евангелию. Открой их сердца. Молю Тебя и прошу во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. В прошлый раз я говорил о том, что нужно знать два основных принципа. И первый принцип – Бог работает. А второй принцип – Слово Бога, Слово Божье. Наша вера с вами, дорогие мои, основывается на Иисусе и Слове истины. Глубокая истина будет моим и вашим заключением. Давайте прочитаем книгу Иисуса Навин, глава 1, 7 по 9 стих. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Аминь». Дорогие мои, это было очень трудным временем для Иисуса Навина. После смерти Моисея, великого лидера, Иисус должен вести израильский народ в землю ханаанскую. И он должен там сражаться в войнах и основать новую страну. Там было много того, чего Иисус Навин должен был совершить. Для того, чтобы основать страну в земле ханаанской, он также должен побеждать в битвах для того, чтобы войти в самую глубь земли ханаанской. И это было возможно только с высоким уровнем знания и опыта. Мы с вами до конца не сможем понять беспокойство и сомнение Иисуса Навина. Но Господь знал о беспокойстве и страхах Иисуса Навина, и Он посетил его ночью. И Бог сказал ему: «Не бойся, потому что я с тобою». Бог не обеспечил его реальными стратегиями и планами, как он должен действовать. Вместо этого он сказал ему такое: «Секрет в том, что я был с Моисеем. Господь, Бог твой, рядом с тобою, куда бы ты ни пошел. И ты сможешь завершить все, как и Моисей имел возможность исполнить». Нам с вами, дорогие мои братья и сестры, нужен Бог больше, чем что-либо или кто-либо. Тщательно исполнять все согласно книге закона, размышляя над ней день и ночь. Это было то, что Бог сказал Иисусу Навину, тому, кто был в отчаянном положении. Но мы, наверное, не сталкивались с вами с такими трудностями, да, и вот с такой ответственностью, которая стояла перед Иисусом Навином. Но это было важным временем для Иисуса Навина. Время воевать в сражениях. Все эти требования к нему последовали после слова. Дорогие мои, путь, который, кажется, будет без препятствия, не будет гладким, если Бог закроет двери. И путь, который, кажется, будет полон препятствий, будет хорошим, если Бог решит открыть двери. Да, это истина. Таким образом, дорогие мои братья и сестры, примите решение продолжать путь или оставаться, слушая Слово Бога. Нет более бесстрашной личности, чем личность, которая живет согласно Слову Божьему. Ранние церкви столкнулись с проблемами из-за этого. В этих церквях было много работы, много служения. И лидеры церкви и члены церкви не имели времени размышлять над словом и молиться.
Церкви поэтому становились хаотическими и спонтанными. Затем, после этого, они решили отделить апостолов, чтобы они сфокусировались на Библии и молитвах. И в конце можно было восстановить церковь. Это написано в Деянии святых апостолов, глава 6, 4 стих. Сфокусироваться на Слове Божьем всем сердцем. Никто не может гарантировать наши жизни помимо истины. Истина есть Слово Божие, истина есть Бог. Доверяйте Господу. Псалом 1, с 1 по 6 стих. Давайте прочитаем. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь. Блажен человек, кто ходит согласно Слову Божьему». Дорогие мои, это не опыт или философия, но закон. Слово одно есть то, над чем нам необходимо размышлять день и ночь. Слово Божье, дорогие мои, это есть все, что нам необходимо. Для того, чтобы быть глубоко посаженным при потоках вод, отдайте всего себя Слову Божьему. Не стойте на пути грешника и не завидуйте. Фокусируйтесь только на Его Слове. Хотя для многих это может показаться глупостью. Господь, наш Господь, будет собирать плоды, Его плоды, Божьи плоды в свое время. Не поворачивайтесь к предметам, которые не есть истина. Стойте на стороне истины. Псалом 118, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Это есть ключ, дорогие мои братья и сестры, принять славу и силу, когда мы находимся уже по ту сторону креста. Вы можете быть полностью подготовленными, но не сможете сделать это самостоятельно, без знания. Компьютер с высокой технологией и системой бесполезен для того, у кого нет знания, как маневрировать им, как работать им. Он может делать усилия, он может даже взять этот компьютер к себе домой, но, тем не менее, он не сможет ничего сделать. Это точно так же, как если у кого-то есть Библия, но Библия у него дома, но он не читает ее. Он не знает секретов и привилегий, скрытых внутри Библии. Библия фактически заключает в себе все истины, нужные для того, чтобы жить в истине. Итак, что бы ты ни делал, не делай, следуя мирскому опыту и мудрости. И это лучшее, дорогие мои, для нас с вами быть, казаться для других глупым, как ребенок. Молиться, чтобы мы не действовали согласно нашей мудрости и мирским стандартам. Мы с вами, дорогие мои братья и сестры, есть новые творения, созданные в праведности и святости истины. Истина – это есть все, в чем мы нуждаемся, для того, чтобы обрести уверенность и излучать свет, Божий свет, свет истины. На этом я заканчиваю эту часть лекции. Давайте я помолюсь. Бог Отец, благослови, помоги нам, тем, кто знает Евангелие, не только знать, но знать эти два принципа и использовать эти принципы в нашей повседневной жизни. Руководи нами и веди нас. Мы верующие, мы измененные. Отныне
Мы знаем, что Ты, Господь, делаешь в нашей жизни. Ты работаешь. И Слово Твое есть истина. Казалось, это нелогично в этом мире жить по Слову Твоему. Но чтобы мы жили, Слово Твое – это все, что нам нужно. Благослови нас жить так, для того, чтобы пребывать в любви, в мире и в радости. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь.